Hello, друзья! То есть, привет, друзья! Вы на канале Принцессы Миланы. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Первая посылочка. Я знаю, что это. Ну и китайцы чудные. Открываем. Помните, в прошлом видео нам пришло одно ушко. И теперь пришло второе ушко. Их сделали в разных посылках. Это ушко пришло из другой серии. В прошлой серии было такое же ушко, поэтому я рассказывать не буду. Отложим в сторону и откроем следующую посылку. Опа. Это вот такое вот кольцо. Это кольцо с изумрудами и алмазами. Изумруды зеленые, алмазы белые. Оно золотого цвета. Давайте же его померяем. На вот этот палец. Вот такое вот кольцо. Можно одеть на любой праздник или куда угодно. И давайте же распакуем следующую посылку. Какое-то колечко. Или у меня два кольца на руке будет? Это вот такое вот золотое колечко, кошечка. Вот здесь будто плели, как пружинка. Давайте примерим на другую руку. Баба, мама, вот такое вот колечко. У этой кошечки розовые глаза внутри. И давайте же откроем последнюю посылку на сегодня. Сережки. Это вот такие сережки, бантик. Здесь с жемчугом и алмазик. И стразами. Стразы выполнены в виде бантика.
красивые сережки. Ставь лайк Кисе и подписывайся на мой канал. Ты увидишь кучу интересных видео. Всем пока!